Всем привет, привет, привет! Вы на канале Игры с куклами. И сегодня мы будем распаковывать мозаику. Даже не распаковывать, а собирать. Так, сегодня я, Белоснежка, и моя подружка Рапунцель будем сегодня собирать картинки из мозаики Кроха. Вот, мы уже ее открыли. Здесь вы видите коробку, мозаика Кроха. Здесь написано 4 цвета в этой мозаике. Голубой, желтый, красный и зеленый. И дальше, что же здесь еще идет? Вот такая здесь идет большая мозаика. Вот такая она крупная. Я думаю, что все уже даже ее видели. И все уже с ней, наверное, даже игрались. Дальше идет, ну, может, кто-то еще не видел, тогда мы вам покажем. Дальше идет у нас вот эти детальки. Вот мы их уже высыпали. Потом идет вот такая основа с такими выпуклыми пластмассовыми такими ячейками, куда нужно вставлять мозаику. Здесь таких две основы. Но мы, чтобы было потвердее, поставили сразу две их вместе. Их можно поставить одна в одну. Вот мы их поставили. И идут для нас, уже идут приготовленные, какие здесь можно сделать рисунки. Здесь показано 12 рисунков. Но вы можете и сами придумать, и сделать рисунок, который вам нравится сами. А нам показали, какие можно уже примеры. И даже подписали. И вот первый из рисунков, которые есть здесь на нашем листе бумаги, это рисунок домик. Сейчас мы его соберем и покажем вам, как это просто интересно делается. Будем собирать, Рапунцель, будем? Да. Ну давай, приступим. Давай мы с тобой поставим здесь лист бумаги перед нами, чтобы было видно. И собираем, только домик. Не видно зрителям. Сейчас мы поставим немножко пониже. И первое, что мы соберем, это будет домик. Ну, видно? Видно, да. Ну что, давай, приступим. Начинаем мы из травки. Ой, ну, мы вот так поставим. Зеленая травка у нас идет. Дальше у нас идет желтенький домик. А ну, сколько там деталей внизу? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, по-моему, да? Бывает такое, что здесь не совсем можно сложить такой рисунок, как показано. Потому что здесь, по-моему, немножко неправильно сделали ячейки. На рисунке показали одни ячейки, а здесь одной не хватает в ряду. И бывает, что не совсем получится, так как на рисунке. Ну, а в общем, все получается. Очень красиво даже. Так, вот я сейчас собираю желтеньким домик. А, здесь немножко не видно. Мы собираем, давай мы покажем выше. Вот, смотрите, как мы уже собрали. Так, дальше что я хотела? Вот синее окошко у нас будет здесь уже. Ты уже небо? Да. Угу. Ой, падает. Я собираю окошко. Получается. Ой. У меня все падает. Падает, ну давай тогда я положим его сюда. Я немножко отодвину камеру сюда дальше, чтобы было видно. Все. Давай дальше собираем. Что у нас дальше там? А, мы желтеньким закончили еще собирать домик, да? У меня опять небо. Давай, я пока собираю домик. Так, здесь две детальки уже есть. А, дальше вот так, да? Ну, правильно, здесь я окошко собрала. Ну, ты пока голубой оставляй, да? Давай сначала домик дособираем. Так, здесь уже я собрала, здесь нужно теперь голубое снова собираем. Окошко второе. Нам небо не самое главное, нам нужно, чтобы видеть уже наш домик наш видеть. Самое интересное, что нам сейчас. Неправильно. Неправильно? Ставила неправильно. И здесь неправильно. Ой, здесь наоборот нужно две внизу, да? Угу. Точно, это я что-то... Это я виновата. Не то сделала. О, вот так. Да? Да. Дальше вот так. Так, а теперь верхний ряд мы закрываем и делаем теперь уже крышу красную. Так же? Или еще нужно было желтый вот сюда положить? Да, по-моему, нужно было желтый вот так. Вот так же. И вот так здесь, по-моему, да. И дальше у нас идет красная крыша. Из металла черепицы, наверное, красным цветом, да? Да. Да, дальше крыша идет вот еще этот ряд. Что-то неправильно. А, я не... Нужно было вот так ставить. Или я. Ну, ничего, нам главное, чтобы было похоже. Нам не обязательно, чтобы было совсем точь-в-точь. Мы сделаем
Чтобы было хотя бы немножко похоже. Все. На домик. Это неправильно. А, то есть я сделала здесь не так, да? Нужно здесь было надо вот так. Было два. Нет, вот. А тогда где же посередине должен быть, да? У нас не получается на серединке. Потому что мы неправильно собрали. Немножко не так сделали? Да. Ну ладно, давай. Так. Пробуем вот так. Ну будет вот так. А как-то сбоку все получается? Правильно. Да, все правильно. Нет, а тогда здесь нужно еще. Ой, у нас как-то вышла крыша на бок. Ну ничего страшного. Не, ну смотри, у них верхний ряд идет, он должен закрываться вот сюда, аж идти, видишь? Аж вот так. Дальше следующий ряд идет, заканчивается здесь, наверное. Да. Это второй ряд. Третий ряд, наверное, будет вот так, чтобы немножко поровнее. О, вот хотя бы так. И, по-моему, здесь нужно забрать тоже, да. Вот, как нужно получилось, чтобы получилось. О, теперь мы выровняли. И добавляем голубое небо. Нам нужно было идти по детальках, смотреть. Ой. Ровно как там. Сейчас здесь ставлю хвостик. То есть мы можем фантазировать, добавлять свои немножко детали. Не обязательно все идти точь-в-точь. Ну, мы сделали вообще, как показано на рисунке. Так, добавляем еще небо. Можно чуть-чуть фантазировать. Да. Все, травка у нас есть, есть еще небо. Голубых деталей нам не хватает, или хватает для неба? Есть, хватает, много. Да? Еще много есть. Кстати, забыли сказать, что здесь 160 деталей. А, здесь правильно, 4 цвета, а детали 160. Так, правильно. Осталось один на небо. Один голубой цвет для неба. Готово. Да? Все, вот смотрите, какой у нас красивый домик получился из такой мозаики крохи. Я думаю, что всем маленьким деткам очень такая мозаика нравится. Красивый очень домик. Видите, как красиво получается. Мне очень нравится, очень здорово получилось. Рапунцель, как тебе, нравится? Мне тоже очень нравится. Да, очень красиво. Ну хорошо, на этом мы сегодня заканчиваем. Но в следующем видео мы будем еще снимать все наши картинки. Обязательно все сложим. А сейчас всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте смотреть наши новые видео. Пока-пока.